И всем салютик, ребятки, вы на канале Кексович, и с вами Руди. И в чокнутых волшебниках у нас появился новый ингредиент, это вот такая вот подкова. Мы сейчас будем ее получать, ребят, в инвентарь не идет, сразу говорю. Это просто для игры волшебники. Итак, сначала я готовлю летающее зелье. Я беру свою любимую птичка, фея и паук. Вы можете брать свое любимое любое летающее зелье. Эту подкову мы сейчас с вами будем искать. Да, там было написано «Найдите этот ингредиент». Итак, мы бежим с вами в амбар. Забегаем в амбар, ребят, и вот смотрите, над входом висит подкова. Это подкова, наверное, на удачу. Так, и вот тут мы с вами немножечко взлетаем и берем. Так, ладненько, все, мы взяли эту подкову. Все, ребятки, возвращаемся к нашему котлу. Нажимаю вот сюда на это место. Все, подковка у нас на нашем столе. Вот так вот просто было ее получить. Жалко, на самом деле, хочется каких-то испытаний прикольных. Ну ладно, получили, так получили. Так, давайте посмотрим, какие зелья можно сделать из этой подковы. Мне прям очень интересно. Наверное, что-то лошадиное. Так, и что тут? О, единорожка, слушайте. Так, такой единорожка был, когда мы кидали этот пэтовский кулончик. Давайте попробуем кинуть эту подкову и мозги. Что-то получилось, ребятки. Так, вау, у меня лицо лошади. Голова, голова лошади. Ну что ж, ребятки, давайте попробуем следующее зелье. Это будет у нас подкова и кристалл магический. Ух ты, ничего себе, что-то получилось. И что это? И зачем я так взяла эту подковку? Я, короче, кидаюсь этими подковами. Так, следующее зелье — это подкова и фея. Угу, что-то получилось. Сейчас попробуем. О, я настоящая единорожка, посмотрите, ребятки. Ой, я летающая единорожка. Это очень прикольно. Очень крутое летающее зелье еще у нас есть. Итак, ребятки, берем подкову и берем копыта жирафа. Что-то получилось. Сейчас что-то будет прикольное. Смотрите, какие у меня ножки, ребятки. Слушайте, у меня появилась идея. Так, а что если я соединю два зелья? Вот такой вот прикольненький я жеребеночек. Я такая миленькая, прям просто красота. Так, давайте следующее. Мне интересно, что будет, если я кину подкову и аквапалку. Я знаю, что обычно это руки. Может быть, у меня будут руки-копыта? Ну-ка, оу, нет, смотрите, у меня руки подковы. Я просто супер лошадка, посмотрите, какая красота. Так, ребятки, давайте попробуем зелье из подковы и соты, мед. И что-то получилось у нас, давайте же посмотрим, интересненько, что сейчас будет. О боже, вот эта пчелка, посмотрите, ребятки, это самая крутая пчелка. Я лошадка с крылышками. Не знаю, я просто очень люблю лошадей, поэтому мне кажется, это очень крутой ингредиент. И тут, ребятки, я вспомнила, что я забыла про ухо. Итак, мы кладем ухо и подкову, и что-то получилось круто. Давайте посмотрим. Ух ты же, ничего себе, я настоящий кентавр. Только у меня ноги почему-то отдельные. Я конь, у которого 6 ног. Вот у нас тут уже табун, как видите. Все красиво. На самом деле, ребятки, мне очень понравился этот ингредиент. Но жалко, что его так можно легко получить. Ну что ж, ребятки, не забывайте поставить лайкосик. С вами была Руди. Всем пока-пока.